Сказка «Лекарство от послушности». Однажды, в июне, в сумерках, после дождя, когда всюду туман и немножечко грустно, в лесу под маленькими елочками, где мух, завелся гномик. Но всем же известно, что гномики заводятся просто так, от сумерек, тепла, тумана, моха и грусти. Об этом даже писали в газете «Волшебные известия» за позапрошлый год. Там прям так по-научному и написано: сумерки плюс тепло, плюс туман, плюс грустно равно гномик. Только не пытайтесь завести гномика у себя дома. Вот один мой знакомый, Андрей Владимирович, как-то попробовал. Набрал целое лукошко моха, большую банку тумана насобирал, сел в теплой комнате в сумерках и стал грустить. Ну и что вы думаете, у него получился гномик? Получились грибы. Самые обыкновенные разноцветные сыроежки. Но когда он их вынул и совсем уж было собирался сварить, сыроежки засмеялись и убежали. Так вот, однажды в июне, в сумерках, после дождя, когда всюду туман, немножечко грустно, в лесу под маленькими елочками, где мог, завелся гномик. Подожду. Вдруг кто-нибудь еще заведется. Но никто не появился. Значит, я завелся один. Подумал гномик. Вперед, к делу! Гномик выбежал на дорогу. Там, на самом берегу лужи, стоял красный игрушечный автомобиль. Гномик вскочил в кабину и понесся, освещая дорогу маленьким игрушечным фонарем. На самом деле гномики заводятся не просто так, от сумерек, тепла, тумана, моха и грусти. Они заводятся тогда, когда кому-нибудь очень нужны. Когда кто-нибудь очень-очень хочет, чтобы они появились, а гномик очень нужен. Дело в том, что на другом берегу реки, в старом доме с белыми колоннами, жили ужасно примерные дети. Это был такой санаторий для ужасно примерных детей. Дети были до того примерные, что они никогда не лазали по крышам, не притаскивали домой маленьких котят и собачат, не пачкали одежду, не путешествовали по лужам. И самое главное, они не верили в гномиков. Дети были до того примерные, что сам знаменитый доктор Пяткин не знал, что с ними делать. Доктор Пяткин не знал, что с ними делать. Он даже в какой-то момент загрустил и даже подумал, вот бы чудо какое-нибудь случилось. Волшебство. И от этого его большого хотения завелся гномик. Гномик на красном автомобильчике приехал в санаторий к ужину. Дети сидели на скамейке, сложа руки на коленках, и шепотом пересказывали друг другу таблицу умножения. Гномик посмотрел на это и поскорее превратился в маленького пушистого котенка, сел напротив скамейки и стал жалобно мяукать. «Смотрите, котенок!» — сказала девочка с бантиком. «Заразный, наверное!» — сказал рыжий мальчик. «От котят лишай!» — сказал мальчик в очках. «И глисты!» — сказала красивая девочка. «Давайте посадим его в мусорное ведро», — сказал большой мальчик. Гномику не хотелось в мусорное ведро, и он поскорее превратился в мяч и весело запрыгал по дорожке. «Он же сейчас попадет в стекло и разобьет его», — сказал мальчик в очках. «Давайте отнесем его в кладовку», — сказал большой мальчик. Гномику не хотелось в кладовку, поэтому он поскорее превратился в художника с красками и сказал: «Дети, давайте я нарисую вас прямо здесь, на асфальте!» Дети построились парами и пошли к воспитательнице Алле Павловне. «А что там дядька какой-то сейчас своими красками весь асфальт выложит?» «Где дядька? Какой дядька?» – запереживала воспитательница Алла Павловна. Она поскорее выбежала на крыльцо. Но гномик уже превратился в невидимку. «Здесь же никого нет!» — сказала воспитательница Алла Павловна. Сама подумала: «Вот, дети уже начинают что-то выдумывать. Пойду поскорее расскажу об этом доктору Пяткину». И ушла. А гномик поскорее превратился в себя, в гномика на красном автомобильчике, и сказал: «Знаете, дети, скажу вам честно, я гномик». «Но гномиков не бывает», — сказали дети. Тогда гномик совсем обиделся. «Ну еще бы не обидеться, ты приезжаешь на красном автомобиле, смотришь, разговариваешь, думаешь, так превращаешься тут изо всех сил, а тебе говорят, что тебя не бывает». «Ну хорошо же», — подумал гномик.
и превратился в дождь. Дождь намочил детей, и они превратились в маленьких лягушат. Дети, идите скорее есть клубнику с молоком. Воспитательница Алла Павловна выбежала на крыльцо. И никаких детей не было. Ой, а куда подевались дети? И откуда здесь столько маленьких лягушат? Это мы, закричали дети, которые превратились в лягушат, и стали поскорее подпрыгивать повыше, чтобы воспитательница Алла Павловна могла их получше разглядеть. Дети, дети, это что такое? Ну, что это такое? Что за хулиганство? Ну-ка, превращайтесь обратно! Воспитательница Алла Павловна уже практически плакала. Мы не можем, нас заколдовали. Да что за глупости, дети? Перестаньте безобразничать, превращайтесь обратно. Воспитательница Алла Павловна расплакалась и убежала домой звонить друг другу. А дети прыгали парами в траве и пели песенку «В траве сидел кузнечик». «Так вам и надо», — подумал Кузнечик. Он уже превратился в шишку и наблюдал за всем с высокой ветки. Приехал доктор Пяткин. Доктор Пяткин надел очки, наклонился, чтобы посмотреть на лягушат, снял очки и упал в обморок. Но тут же вскочил обратно и сказал: «Случай очень серьезный. Да, у нас такого не решают. Нам срочно нужны заграничные мастера. Алла Павловна, вызывайте вертолет. Я везу детей в Америку». «Мы не хотим в Америку!» – заплакали дети. «Ну хорошо же, ладно!» – подумал гномик. И как был шишкой, так и свалился с ветки. Шишка упала на лягушат. Они снова превратились в детей. Дети чихали, 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 чихали. А из их носов вылетали очень красивые бабочки. «А бабочки-то у вас в носах откуда?» – сказал доктор Пяткин. «Это все он! Он такой маленький, мохнатый, с бородой! На красном автомобильчике приехал!» «Гномик, в общем!» «Никаких гномиков не бывает!» – сказала Алла Павловна. «Еще как бывают!» – закричали дети. «Да вот же! Вон он, посмотрите! Сидит на дорожке!» На дорожке сидел хороший и чистенький щенок с обвисшими ушками. Он же сейчас нас опять обратно превратит. Давайте, может быть, мы его спать уложим. «Не накормим», – предложил большой мальчик. Дети подхватили щенка и несли домой кормить. Вот так. Из самых послушных детей дети стали настоящими будущими. А гномик на красном автомобильчике поехал обратно в лес, лег на теплый мох под елочку